Ялишні цацки своїми руками. Музей етнографії Могилєва пропонує узгадати були техніки. На майстер-класи по виробі упригоджуванням для ёлки запрошають усіх. Для уділу необхідно тільки попередити загадзя. Про традиції минулого і пересвяточний настрой Олеся Рибалка. Гармошечку мы эту будем склеивать. Один лист гармошечки со вторым листом гармошечки. Самой первой цацкой обрали Соника. Как было больше светла и теплыни, как на небосхиле, так и у семьях. С кавалочкой паперы у юных майстры з'является цацка за цацкой. Причем все по параметрах. Контраст колеру, померы. Оно солнечное получилось. На елке оно будет красиво смотреться. У меня разные игрушки. А бумажная пока ты на елку не вешала никогда? Не вешала никогда. А может, в этом году? Наверное, да, повешу. У 50-е и 60-е годы минулого стагоддя майстровать цацки своими руками было семейной традицией. Справа и цікавая, и вымушенная. Набыть шкляных зайцов со снеговиками мало кому удавалось. Мы музей этнографии. Мы храним не только предметы быта, мы храним опыт поколений. Наверное, будет хорошо, если этот опыт вот такого семейного рукотворчества будет востребован среди ребятишек. Каждый заняток будет пропоновывать по две разные цацки. Напереди и гирлянды, и лихтарики, и больше складанные объемные фигуры с элементами оригами. Разом с малыми могут прийти и дорослые, как легче было майстровать и дома. Олеся Рыбалка, Денис Бутылин, Новини регион.